100 теннисистов из 15 регионов страны собрались в Сочи на традиционном турнире Кубок губернатора Краснодарского края. Соревнования проходят в Адлер-арене, и стартовали они сразу же после краевого турнира за призы Елены Весниной. Отборочный этап начался 15 декабря, 17 числа – основные матчи. Это краевые соревнования, Кубок губернатора Краснодарского края, это традиционный турнир, он уже четвертый раз проводится в Адлер-арене, до этого проводился в другом месте, но турнир очень популярен среди участников. У нас более чем 120 участников из 15 регионов Российской Федерации. География обширная, от Красноярского края до Крыма. Много сибирских регионов, но это, говорю, традиционно наши турниры привлекают большое количество участников. Так как у нас два вида покрытий, грунтовые корты и корты с покрытием хард, поэтому у нас играют две возрастные группы. Девочки и мальчики 9-10 лет, они играют на грунте, и взрослые, мужчины и женщины, тем, кто ему исполнилось 14 лет и без ограничения возраста по верхней планке, то есть они играют за Кубок губернатора. В спортах теннисисты разных возрастных категорий. В младшей одна из самых сильнейших – Даниэла Есина. Нравится играть в турниры, зарабатывать очки. По счету я не знаю уже какие, ну, где-то 20-е, 15-е. Ну, соревнования мне нравятся краевые. Только жаль, Адлер-арену закрывают, то, что здесь будут катки и такую возможность забирают зимой тренироваться здесь можно было. Вот. И турниров было много, где-то штук 7-5 в год. Они мне дают опыт, очки, и это мои последние соревнования в этом году. У тебя уже какое количество рейтинговых очков накопилось за год? 73 очка. Это что значит? Ну, я зарабатываю очки с каждым турниром. И я пока что еще 73 заработала. Но это хороший результат? Да, хороший. За квалификацию еще не дают очки, если ты должен отобраться в отборочный тур, и тогда тебе будут давать очки. Когда ты заработаешь много очков, потом ты уже не будешь играть в квалификации. А сейчас у тебя что? У меня уже основной турнир, сетка основная. С кем будешь встречаться, что можешь сказать о сопернике и расскажи о своей тактике. Ну, соперница, у ней фамилия Дорохова, она играет хорошо. Откуда она? Она из Сочи тоже. Ну, я ее давно не видела, я не знаю, как теперь она играет. Ну, тактика, я держу стабильно мяч и стараюсь соперника гонять по корту. Погонять прям, да, любишь? Да. А почему именно такую тактику выбрала? Ну, когда ты много гоняешь, потом спиринг сбивает дыхание, особенно когда его подача, и в следующем розыгрыше трудно подать подачу, потому что сбито дыхание. Надо смотреть, какие у соперника сильные стороны, какие слабые, и потом играть в слабых сторонах. Ну, сложные, трудные соревнования последние в году, как я уже говорила. И в них надо отработать их на максимальное свое, все, что ты умеешь отработать, и уже готовиться к следующему году. В первой встрече Даниэла отыграла на максимум и завершила игру со счетом 4-0 и 4-1. Это уже игра Алины Табакаевой, тоже перспективной спортсменки. В прошлом году приехала из Хабаровска, теперь живет и представляет Сочи. У Алины третий юношеский разряд. Я шестая в этом турнире сеянная. У меня 136 очков за полтора года, получается, набрала. Вот.
Расскажи о своей тактике. Вот как ты знакомишься со своими конкурентами? Что можешь уже в ходе игры поменять? Что на что? Вначале, конечно же, надо прощупать почву, с кем играть, там, как играть, тактика. Ну, конечно же, надо не на центр играть, а углы. Углы. Любишь гонять по корту? Конечно. И бегать люблю сама иногда за ними, но немного. Какие у тебя здесь будут соперники? Что ты можешь сказать об этих соревнованиях? Тяжелые они или нет? Потому что все-таки разные регионы здесь представлены. Это вообще соревнования всероссийские. Туда может кто хочет приезжать. Вот первая Сейна, вот Алла Трайста, вот у нас с ней по партиям там 3-2 я веду или 3-3, уже не помню. Там много мы с ней играли. Потом Кислицына, с которой я вот, Аня, мы с ней будем сегодня играть. Она тоже очень сильная соперница, надо будет потрудиться, чтобы выиграть. Сама, если сыграю хорошо, то тогда и очков получу, и будет уже легче до 13 потом играть. Всегда победа, вот матч, это адреналин, волнение, вот много, взрыв прям эмоций каких-то. И если эти эмоции сдерживают, то будет легче играть. А вот есть еще тут закрытые турниры, но их очень мало, по-моему, раз в год или два раза в год. И вот в них вот только край может участвовать, и там по определенному разряду. И если ты там какое-то призовое место займешь, то тогда ты уже можешь за сборную участвовать Краснодарского края. В теннисе очень много думать, потому что без мозгов все равно особо ничего не получится. Каждая игра – это все равно тяжесть какая-то, напряжение, стресс. Потом соперник каждый, он достоин выиграть. Все равно не корове проигрываешь. Коровы в теннис не играют. Тут все вот уже слабые, все уже отсеиваются в первом, во втором круге. И выходят потом самые сильные, очень тяжело играть. Вообще планку не ставлю. Я просто хочу играть в свое же удовольствие. И вот ради этого я этим и занимаюсь. Участники этого турнира говорят о том, что важен не результат, а сама игра. Тем не менее, каждый хочет добиться высот в спорте и быть лучшим на краевых стартах. Кубок губернатора не самой высокой категории, но он дает возможность добрать недостающие рейтинговые очки и завершить год с хорошими показателями. Сетка основного турнира рассчитана на 32 человека. Соответственно, чтобы одержать победу, необходимо выиграть 5 матчей. Один матч у Аллы Трайста уже закончился успешно. Этот турнир очень понравился. Я участвую уже четвертый раз. У меня тактика. Я нахожу ошибки соперников и начинаю бить по точкам. Ну, я буду стараться выиграть этот турнир, занять первое место и достичь успехов. Я уже сегодня сыграла. Я выиграла 4-0. Сетка мне попалась такая вот нормальная, и я буду стараться занять первое место. Юные спортсмены борются за рейтинговые очки. На грунте взрослые сражаются за главный приз турнира. Александр Алабанов – первый сеянный в турнире и второй по региону. Сейчас у него на счету 3500 рейтинговых очков. И чтобы хорошо завершить сезон, ему нужно еще пару сотен. Я играю уже с 12 лет. Это уже мой 7-й турнир. Турнир по взрослым. Очень хорошей категории. Собралось много хороших, сильных игроков. Здесь дают много рейтинговых очков. У меня уже накопилось 3500. И тут я могу набрать еще 400 очков и хорошо закончить сезон.
лучшие результаты на краевых соревнованиях показывают сочинцы. Кристина Воронина тоже из претенденток на победу в этом турнире. Я очень много уже играла такие соревнования. Это последнее соревнование в этом году. Мне надо хорошо показать себя и проявить себя с самых лучших сторон. Ни один соперник не бывает очень легким. Все соперники со своими преимуществами. И каждому нужен свой подход. Что ты скажешь о своем подходе к соперникам? У меня уже разработаны с тренером тактики, поэтому будем их применять на игре. Ну, это какие? Поделись секретами. Ну, например, сохранять спокойствие и как можно меньше ошибаться. Можно менять тактики, ритмы и рвать темп. Это все сбивает очень хорошо соперника. Как что для тебя значат эти соревнования? Здесь у тебя сейчас разряд какой-то есть. Что подтвердить? Я могу подтвердить свой кандидат мастера спорта еще раз. И это очень хорошо, это очень важно для меня. Это надо сделать сегодня. Надо выиграть еще 4 игры, чтобы дойти до финала. Это будет очень сложно, потому что соперники тоже достаточно сильные. Будем стараться. Во всех регионах разная игра, но Сочи, вот уже который турнир подряд, занимает первые места в Олимпийском парке. Я очень горжусь своими друзьями, они сейчас заняли первое место. Вот. И я считаю, что Сочи сейчас сильнее, чем Краснодар и другие регионы. Какие у тебя были результаты на краевых соревнованиях? Недавно заняла первое место в миксте, это было сентябрь. Тоже хороший результат получила и в одиночном разряде 3-е место заняла. А вот Георгий Аракелян, хоть и на взрослых кортах, но бороться за кубок сможет только в следующем году. Но зато на предыдущем турнире за призы весняной стал первым в своей возрастной категории. Было вот неделю назад соревнования, я их выиграл. Это было на призы Елены Весенной. Потом Кубок губернатора я выиграл по своему году до 15 летом. Ну, вообще и в среднем гейм длится минуты 3. Но если соперник сильный, он может длиться и 5, и 10 минут. Геймы, ну, даются довольно тяжело, надо стараться, выкладываться, чтобы взять один гейм. Ну, эти соревнования по взрослым, мне 14, им 20, 18. Я не рассчитываю на победу, рассчитываю на хорошее выступление. Какая у тебя тактика? Тактика... Ну, так как я довольно-таки большой, выносить на темпе всех. Но с большими мне тяжелее играть, мы с ними на темпе друг другу отвечаем. Смотрите, сет это 6 геймов, гейм это 4 очка надо выиграть. Сейчас я играл со своим другом, первый сет я выиграл 7-6, это по геймам. Было очень тяжело, на тайбрейке счет 7-3. Второй сет я выиграл легко, 6-2, уже... так сказать, раскочегарился. Ну, первый сет шел тяжело, каждый брал свою подачу, но на тайбрейке я смог вырваться вперед, так сказать, и забрать сет. Главное верить в себя, работать, еще раз работать. Сколько сетов тебе предстоит пройти еще? Сколько сыграть надо? 8 сетов, как минимум. А может быть, будет и 3 сета. Так что там максимум, в общем, 16 сетов, минимум 8. А чего это зависит? Это зависит от меня. Мы изучаем друг друга тактику во время игры и понимаем друг друга, и начинаем действовать другой тактикой против них. Мы составляем это как шахматы, надо придумывать тактику на ходу. На Кубок губернатора Краснодарского края собрал довольно сильный состав участников. У многих теннисистов уже есть звание кандидат или мастер спорта. Повысить разряд на этом турнире нельзя, но зато можно поддержать свою форму и повысить рейтинг. Все турниры в Российской Федерации, они разделены по категориям. То есть это у нас здесь турнир 4-й категории. Эта категория не очень высокая, за них не получают большого количества рейтинговых очков. Но, тем не менее, так как на этой неделе, то есть уже конец года, и в стране не так много турниров, поэтому к нам приехало очень много участников. Ну, они получают рейтинговые очки, плюс вот краевые ребята, которые из Краснодарского края, они по результатам своих выступлений получают возможность войти в сборную Краснодарского края. А сейчас какое количество сочинцев в составе сборной Краснодарского края и сколько здесь сейчас участников на соревнованиях, которые, возможно, войдут в этот состав?
Ну, вообще у нас традиционно ребята из Краснодарского края, почти около половины участвующих, и сочинцы. Половину из них составляют еще и сочинцы, потому что, как мы знаем, в Сочи теннис очень популярный вид спорта. И да, и сборные края по многим возрастам, ну, львиная доля в них составляют сочинские ребята. Какое максимальное количество рейтинговых очков могут здесь получить участники? И, собственно, как ведется судейство? Что нужно преодолеть участникам? Сколько этапов, сколько кругов? Вот как правильно? Ну, в теннисе сетка основного турнира обычно на 32 человека. Соответственно, чтобы одержать победу в турнире, необходимо выиграть 5 матчей. Вот. На турнирах такого уровня, четвертой категории, судейство на вышке не предусмотрено до полуфиналов. Поэтому сейчас у нас так называемые судьи-инспекторы, они наблюдают за тем, как проходят игры. Ребята судят сами, и судья-инспектор в случае, если он видит ошибку игрока, который неправильно принял решение, они просто исправляют. Но с полуфиналов у нас уже садятся судьи на вышке. Ну, учитывая, что теннис такой немножко субъективный вид спорта, потому что все хотят выиграть, и иногда просто человек, игрок просто не видит, когда принимает решение, он не видит, куда приземлился мяч, и может ошибиться, но для этого и есть судьи, которые, судья-инспектор, который поправит. Ну, я просто знаю, что большинство участников, они, теннис – это джентльменский вид спорта, то есть не принято, косо будут смотреть, если ты будешь обманывать соперника. А вот какие можно вообще еще допустить ошибки в игре? На что нужно обращать внимание самим же участникам? Ну, теннис очень технически сложный вид спорта. И, как вы знаете, по времени не ограничена игра, поэтому на первый план выходит физическая выносливость. Если человек устает, тем у него сильнее меняется техника, поэтому основная задача тренера по теннису – подготовить игроков так, чтобы они сохраняли свои технические данные как можно больше на протяжении большего количества времени. Ну и вот кто меньше устает, тот и выигрывает. А расскажите еще об интересном таком отличии в теннисе. Это то, что первое, вот, когда кто-то делает ошибку, да, сразу зачитывается тому, кто выиграл, 5 баллов, да? То есть вот как-то у вас бальная система идет, очень интересно, не 1-1, да, как во многих видах спорта, а вот сразу по-другому. И почему? Вот расскажите, может быть, история этому есть какая-то? Ну да, нет, у нас есть, то есть в теннисе очень сложная система судейства, то есть сначала идет счет в гейме. Счет в гейме идет 15, 30, 40 и гейм. Собственно говоря, нужно выиграть 4 очка, чтобы выиграть один гейм. Ну, это да, это исторически сложилось еще со времен изобретения тенниса. То есть играли, как всегда, теннис испокон веков играли на деньги. Ну, насколько я знаю, была такая во Франции эта игра, называлась «Игра в мяч». И вот за каждый гейм ставилась, на каждый гейм ставилась монета в 60 су, по-моему. Но так как она была очень, как бы, ценная, то ее разделили на 4 части. И поэтому, как бы, выиграл одну очко, получил четвертую часть этой монеты. И вот отсюда такой счет. 15-30, изначально был 45, но потом сократили до 40 и гейм. Ну, вот в теннисе, чтобы выиграть одну партию, один сет, нужно выиграть 6 таких геймов. Соответственно, чтобы выиграть матч, еще надо 2 таких партии и 2 сета выиграть. То есть достаточно сложная система счета, но безумно интересно. Кто выйдет в финал, станет известно 21 декабря. Кстати, сочинцы и гости курорта могут прийти и поболеть за спортсменов совершенно бесплатно. Для входа потребуется только наличие паспорта.